новенький BMW i7. Просто очень крутой автомобиль. И как всегда, даже в самых новых автомобилях чего-то не хватает. Их пригоняют к нам, и мы с ними немножечко работаем и получают то, что хотели. Вот здесь вот смотрите, какой огромный монитор. И как оказалось, в этом мониторе практически ничего нету. Без нашего вмешательства он практически не работает. Нажали кнопочку, опускаем этот монитор. Запускаем. И оказывается, в нем уже установлен Apple TV. То есть к этому монитору мы подключили Apple TV. Точно такой же, как у вас дома Apple TV, который управляется вот с такого пульта всем известного. Все работает так, как будто этот Apple TV всегда был в этом автомобиле. Важно еще отметить, что если у вас есть дома Apple TV, то вы вбиваете тот же самый ID, и весь контент, который у вас собран годами, за который заплатили деньги, выводится и в автомобиле теперь у вас. Вы дублируете домашний Apple TV с автомобильным. Одна и та же среда, одни и те же возможности. Все, что вы привыкли делать в домашнем Apple TV, работает теперь и в автомобиле. Представляете? Вот такие вот интересные решения центр автористайлинга БГТ предлагает своим уважаемым клиентам. Абсолютно все виды работ по дооснащению BMW, Mercedes'ов, абсолютно любых автомобилей, даже диковинные китайские, даже те, которые еще к нам не доехали, пригоняйте, будем разбираться, дооснащать.